Ты мне в пузо кто-то въебет? Нет. Может, открой глазки? Ух, блядь. Ой, что это? Открывай, открывай. Сам, открывай коробочку. Это паук, блядь. Два, три. Яйцо, блядь. А знаешь, куда оно полетит? Ладно. Я об этом думал, помню, я единственный новый шмотки надел. Нет, оно слишком красивое для того, чтобы в тебя лететь. Яйцо. Суперская. Без сыра? Сыра. Екатерина, ваше поздравление для Вячеслава. Я уже все, что хотела, все сказала. Ну что, лицо? Не, не надо. Не, не надо, ты его единственный шмотки, блядь. У него на замену. Спасибо, ребята. Немножко сбилась, пока сидела в коробке. Блять. Вячеслав, вам понравилось? Да, пиздец. Все? Мы тебя поздравляем, счастья, радости желаем. Когда ты спускался, тебе свет светил, когда ты сказал, что ты в раю. Ты в раю? Ну, блять, очень приятно. Меня так еще никто никогда не поздравлял, если честно. Конечно. С днем рождения. Потому что стримхаус первый такой. Да. Слав, ты шутишь постоянно по поводу последних шмоток? По этому поводу давай... Типа дарю тяну и въебаем торт тебе въебут куда? Небольшой подарочек. Главный оператор. Ты можешь пока положить на стол, например. Outplay и вот тут Юр где-то был. Кать. Со мной сегодня приехал. Давай, я тогда за тебя это... Сейчас. Погоди, пусть он откроет. Смог скрывай. А я знаю, что там. А ты не знаешь, ну, я знаю. Откуда ты знаешь? Я, блядь, экстрасенс. Ну, не можешь. Нет, ты не можешь знать. Ты не играл, ты в бункере, ты не можешь знать. Что? Я пробую гадать? Ну, пробую гадать. Это подарок похож, который Егору то, что дарили? Ну, чем-то может быть. Отчасти похож. Чем-то может быть. Ну, чисто технически. Итак, рассказываю. Это повязка на голову. Нихуя Наруто тебе будет. Фишка в том, что у тебя кольцевая лампа на стриме, и тогда у тебя будет обводка такая, как будто корона на голове все время, типа стримерская корона будет светиться. Это первая история. А вторая тема – это вот такая футболка со светоотражающим элементом. Фишка в том, что ты на стриме всегда... В отражении сидишь, у тебя камера... Бля, ебать, это 200 IQ вообще. И, соответственно, наконец-то надпись будет видна. А куда она отправляется? Твой канал? Включи видео. А ты QR-код, кстати, да. А еще блин, включи прикольно. Видео и включи вспышку. И давайте покажем, как это там выглядит. Блин, прикольно, что она отраженная, потому что реально на стриме всегда сижу. В этом зеркале, что будет видно наконец-то. Соответственно, как включи вспышку, чтобы она автоматом... Или фонарик. Или фонарик, да. О, красиво, слушай, кстати, вообще переливается. Посмотри. Красиво переливается. Прикольно? Да. Повязку можно камеру показать? А повязку можно посмотреть. Смотрите, как повязка. Вот, у бороды свет. У бороды свет? Я не знаю, будет? Видно? Что там? Она вот это все отражает. И вот так вот. Вот так вот будет ли видно, подожди, что она отражает? Прикольно. Бороды не видно. Бороды не видно? Градиент. Ну, короче, как вот телефон выставить. Либо жестко высветить. Смотрите, вот так видно теперь? Аргобусь. Кама Паши Гусева. Стримеры все видят. Не надо, все видят. Не, было прикольно. С другой стороны. А, соответственно, вот эти стрелочки от Outplay, это... Так он на канал со Славой ведет. Признак движения вперед, такого буста. А тебе на Пашин канал? А что не твое налево? Есть еще такой момент. А потом они отражаются, ты не забывай. Они же отражаются, ё-моё, это Mind Games. Еще важный момент хотел сказать, что специально по случаю стримхауса и зрители тоже смогут себе такую штуку именную заказать, если захотят. Вот. Ты что кому-то должна быть футболка бустер или именует или что? Они смогут себе изменить. Но супер маленькое количество. В общем, чтобы вспоминать потом стримхаус. Прикольно. С днем рождения! Блин, спасибо огромное. Привет. Ребята, спасибо, а Паша, ты черную ленточку унес, я себе... Вы раздавили. Вы раздавили. Вы 24 раздавили. Дим, ты чего? Старый, ты охуел мой возраст растоптать, блин. Ты растоптал. Тебе 17. Ты удобный? Ты что за лебедь? С днем рождения, получается. Ебаный, 24 года раздавлены и дали мне, блядь. Мои 34 раздавили это.
17. Прошелся. Такое. Что это такое? L2. 17. L2, это типа пазл, блядь. Типа, чтобы я на контроллере начинал играть, блядь. Подпарка, диванная головоломка. Ладно, Слав, можно по кусочкам сохранить, оставить на память. Че, давайте торт пожрем. Давай. А камеру пропустите сюда. Слав, тут еще кореш хочет. Ну ладно. Это тебе? Блядь, кореш. И ты повторяешь успех завтра. Да, обязательно. Вот прям сейчас распакуем. Не пожалуйста. Мы распакуем сейчас. Я думаю, да, мы можем сказать. Я думаю, да. Да, почему нет? Хорошо. Каравай. Иди сюда. Подойди к нам. Я не знаю, как ее снять. Надо снимать. Просто тут стой. Сейчас на стул встань. А что такое? Да, вставай. А, стой, на стул ты вот зря. Скажи про подарок. Лучше, наверное, на стол. Решу, что это сено. Это сено. Это сено. Ровка с сеном? Да. Блядь. Как ты просил, Слав. Спасибо огромное, братан. Охуенно. Это можешь выкинуть, нахуй. Сено, я думаю, подарок нахуй выкинуть. О-о-о. Носки? Это носки. А, нет. Вот это грамотно. А ты же думал, сум, блядь. Я не Зарк, я не шеф. Хотя, да, Зарк шеф. Блядь, брат. Спасибо. Это он сам сделал арт-объект. Молодец. Я, пожалуй, переоденусь. А почему ноги? Грязные носки твои. Бля, дядя, вот теперь я понял. Теперь вообще. Спасибо, сейчас я только проснулся. Зарк, извини, твой подарок не хуже, просто хочется померить. Я сейчас приду, одну секунду. Ну все, ждем. Это еще подарок? Только попой на торт не сядьте. Хорошо. О, что же там такое, интересно? Да, он совсем не просвечивается. Что это может быть? Чем ты ему дашь? Он будет нас стрелять. Максим, только не наступите в торт. Максим! Алексей, там несколько штук, так что... А, буду стрелять в него тоже. Да. Я взял специальный комплект 2x2. Старый, ты чего? О, боже, Дима, не вешайся на шарики. Энергосбережение или что у тебя? Может быть, ты... А, тебя типа шал? Меня слышно будет? Все, хорошо. Меня слышно, ребятчики? Слышно? Балдеж. Что ты? Да? Сейчас надо еще курьера встретить. Удобно тебе мне? Ну, я ему звоню, короче, звонит ко мне курьер. Говорит, здравствуйте, сотрудник Ламода. Я такая, извините, я сейчас сижу в коробке. Я сейчас буду выпрыгивать. Поздравляю с днем рождения. Перезвоните через 15 минут. Ну вот я надеюсь, что он не уехал еще. Он пришел? Это он? Здравствуйте. Я метод. Это я по рукам. Спасибо. Спасибо. Так, а оплата через... Пока. Финаргот делает шариком то, что делает по утрам, но не с шариком. Нет. Да. Да, потому что его не надо открывать. С электричеством. Не, почему? Ого. Ну не надо на стриме. Неожиданная информация. А, на стриме не надо. Нет, вообще не надо просто. Искусственное... Не, я не буду говорить, что это. Это просто как коробка. Это просто коробка, да. А меня шарик удержит, если падать типа назад? Да, 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 попробуй, Дим, да, давай. Видишь? Да. Удержал. Не доверяй ему. Ну, я вам не верю теперь, никому из вас. Никому из вас не верю. Грязные носки, грязные носки. А, чистые. Нормально, работаю. Только вчера от мамы забрал, блядь, слышь. Грязные носки, бля, балдеж, брат, спасибо большое. Так, Вячеслав. Спасибо, да, это я. А, мы, как люди, вот, смотри, я, Дина, Дима, Каравай и Иван. Инсайдер. Инсайдер. Он мысленно с нами. Мы разговариваем. И инсайдер, нас пятеро. Нас пятеро. Да. Смотри, наш подарок приедет к тебе в понедельник. В квартиру, в твою. Поверь, тебе бы не хотелось, чтобы он приехал, да, сюда. Потому что у тебя были с ним проблемы, да, с его транспортировкой. Ее зовут... Смотри. Катя, не слушай. Смотри, я 1,90 м и подарок 1,90 м. Что это? Что это? Двойник пчелки? Нет. Расставай, кукла Пчелкина. И даже не оригинал. И даже не я. Герман, который подарок... Попробуй покрутить Пчелкина... По осям, как так сказать. Может быть, по диагонали покрутить, так сказать. Покрути его по диагонали. Да меня рост 1,90 м. Они сказали перевернуть, значит, 190. То есть пианино. Нет. Покрути по диагонали. Мы знаем, что ты... У тебя скоро появится PlayStation. Мы знаем, что ты любишь смотреть фильмы и сериалы, поэтому мы решили купить тебе телевизор 1,90 м, чтобы ты повесил его на стену. А сколько вообще, как понять?
Алексей. Это вот как я. А ты можешь лечь? Вот так вот. Алексей, давай наискосок. Он пиздец здоровый. Леш, ложись. Давайте, нет, давай поднимем. Это будет у тебя личный кинотеатр. Берите только, помогите. Так, подержите его, я быстро присмотрюсь как-то. Вот. Примерно вот. Вот такой. Слав, ты только диагональ, диагональ. Счастье, здоровье. По диагонали удержи, что я понял. А, по диагонали? Нормально смотрит. Это большое. Ну да, большое. Бля, спасибо. Вот, он приедет тебе в понедельник. Сюда его нет смысла привозить, чтобы ты его сюда не водил. А мне есть смысл рассказывать про второй подарок? Или ты тоже сохранить двигался? С днем рождения. Пусть интрига будет. Да, какой очкай. Чат, вы как считаете? А, ну и вечером еще Маша с подарком приедет. Кто? А, это Маша, что? Жена моя. А мне интернет нет. Спасибо. Я просто слышал, заебал. Кто следующий? То, давай, дари. Я. Короче, этот подарок не надо открывать на стриме. Но потом надо. Подожди, дай в туалет выйду. Не-не-не, ну потом, правда, рассмотришь, там откроешь, хорошо? Все, можешь меня обнять, когда спасибо. А, я поняла, что ты. Нет. Резиновая киска? А потом откроешь. Ты охерел, киска тебе резиновая? Здесь у меня подрезиновая киска, понял? Просто посмотреть. Ладно, дальше. Блин, неинтересно тебе. Так никто не делает, нахуй. Теперь очень боротеюсь, давай. Давайте меня дальше радуйте. Можно я спрошу? Уже. Желайте сильно не кашляй, не пукай, потому что мало ли что выскочит. Сам понимаешь. Но в каждом пожилом человеке есть что-то детское, поэтому тебе целый наборчик всяких пестиков для того, чтобы жестко зарубиться. Когда батл приехали. Да, там свой первый жизнь. Ну и патроны, мало ли. Потеряются. Ой, брат, спасибо. Взял много, чтобы... Взял комплект, чтобы мы могли расстрелять не только ты их, а и тебя тоже. Спасибо. Без вариантов вообще. Да. Пока. Ты сейчас будешь? Я уже все, брат, хорошо. Это Покина. Я настойник. Это я теперь забивака ел. Получается, пусть не за шмолками грязно. Все, режем торт. Давайте. Зар, первый кусок. Зар, приди к нам хотя бы на ДР. Зар, уехал. Зар, иди сюда, братан. Зар. Слав, а ты понимаешь, вот я сегодня подумал, тебе нельзя глютен. Глютен — это яйца. Нет. А что? Это пшеничная мука. А почему мне сказали яйца? Женя! Это не яйца. Ну давай режь. Так, как тебе не жалко его резать? Можно его с глаза? С носу. Можно я его так сделаю? Жестоко. Мы просто по краям глаза ему вот это оставим. Да нет, давай сожрем все равно. На характере. Он без глютена, кстати. Да, он без глютена. О, как же вошло. Блин, идеально идет, на самом деле. Там все прям. Реально кайф. Алексей, что ты? Прям хочется поводить тоже так. Прямо как нож масло. Что вы такие пошлые? А нам кусков-то хватит, если столько... Давай, мы разрежем пополам еще, если что. Давай. Я на диете. Ты вырезаешь рот, получается. Все, молодец. Первый кусочек отрезал. Молодец. Теперь ты можешь его попробовать. Нифига себе кусочек. Спокойно. Ебать, Кусман, нахуй. А давай мы тебя накормим. Можно тебя накормлю? Давай. Блин, только ебучку, пожалуйста, не надо. Не будем. Мы хотели, но не будем. Я еще руки сейчас. Аккуратно. Блин, это сексуально. Согласен. Накорми его этим тортом. Забавно, что он берет в рот яйцо, по сути. Блин, да что ж такое торт? Писька напиши. Все тебя поправили. Писька. Как пишется парашют? Писька напиши. Ю. Нет, жиши пиши. Что-то молодцы, вкусно, что ли? Ну, выглядит получше. Шутка. Хорошие мужики, счастья, здоровья. Дима, смотри исключение. Как поле. Вкусно? А тебе еще на попытку спросит вас. Слава, вкусно, нет? Да, вкусно. О, стой, приложи. Смотри, приложи вот эти губы к его. О, да, это реально рот. Давай. Да, я. А вы можете одновременно есть? Ну, приложи его губы к эти губы к этим губам. Да, губы заместители. О, боже. Да, спасибо, чуть выше. Выше. Выше, чтобы слилось. Лучше, брат. Тут реально похоже. Откусите одновременно теперь. Давай. Пошла романтика. Одновременно. Ты порнушку, что снимаешь? Откусите одновременно. Продюсер. Теперь по очереди. Медленней. Теперь ты пальчиком машешь ему по лицу. Чем? Ничем. Катя. Все, Катя, клади. Теперь проникни в этот торт. Клади. Ставь его свой член. Промеж соржи и пили его. Я в торт начихал. Не-не-не. Тортом на язык. Все жестко. Нос съели. Нос сожрали нахуй. Хотел пошутить, но... Нос провалился, хотел пошутить, да? Да, не будем. Да. Все, Слав. Да, спасибо, бля, огромное всем, ребят.
Это очень... Не сжимаем, не сжимаем его, сжимаем. А это просто рука. Сжимаем. А, рука Удины, тихо-тихо. Рука Удины, все, не сжимаем, не сжимаем, не сжимаем. Спасите. Не сжимаем. Удина, рука. Давай. Я как будто снова вернулась в утренний вагон метро, еду в школу. Я вас всем сожму. С днем рождения, Слава. Каравай, прыгни. Что это упирается мне? Блядь, не снимайте, я как тёлка Ноя, блядь, ёбаный рот, блядь. Слав. Слав, Слав, ты еще не сказал спасибо чатику, они тебя очень сильно поздравляют, да, поэтому кстати. Пару слов от тебя для чата, они тебя все поздравляют, они тебя все любят. Сейчас. Одну секундочку. Ну такое бывает, что тоже заплакала? Что у тебя микрофон всегда уходит куда-то в нос, ты же ртом говоришь. Знаешь, как говорят, ты разговариваешь в нос. Да, вот это качество. Ребят, ну немножечко растрогался. Ну, такое бывает. Чего? Мужчины не плачут. Мужчины просто. Он что, расторгует? Глазами? Дима, хорош, Дима. Ну, бывает. Ну, я всегда беру количеством, стараюсь. А, чат, вы же пишете поздравления, да? Я надеюсь, что да. Да, пишут, Саша говорит. Все, сейчас он придет, вы его поздравите, и ему будет еще приятнее. Александр, вы можете запомнить все поздравления и потом пересказать? Спасибо, а Саш. Все запомнить, потом перерассказать. Какое интересное перерассказать. Слово. Перерассказать. 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 Как вы думаете, ему понравилось? Очень. Да. Мне кажется, не дорого же расстроиться. Я думаю, что главное внимание. Знаете что, мне кажется, все-таки в этой коробке должен был сидеть Зарк. А где, кстати, Зарк? А можем еще раз сделать. Где, кстати, Зарк? Может, он в коробке? Откат, откат, откатываем, все. Сидит Зарк там, каленый сидит. Слава, давай быстрее, нам эфир забивать нечем. Он, по-моему, в туалет пошел. Да? Он не плакал, он просто обосрался. Ой, Слава. Ну, просто пропекло, ну, на клапан давило что-то и все. Бывает, да. Бывает. Вы про просто в сантехнику? Да, в сантехнику. Капец, Зарк. Нет. Я могу поделиться. Да? Вот так вот? Сейчас Слава выйдет, мы расскажем, какая активность следующая будет. Не знаю, слышно меня или нет. Это то, что он каждый раз вспоминал, когда мы говорим, давай сделаем какой-нибудь классный продакшн. Он говорит, а... ну давайте уже заспойлерю, да, и просто ему скажем. Давайте, он говорит, а можно, чтобы, ну, все в надувных костюмах дрались? Ну, типа сумо. Каждый раз он все время вспоминал это, вспоминал. Мы подумали, ну, а что бы взять и не сделать это в его день рождения? Короче, сейчас... Те, кто готов, могут присоединиться в нашем специальном ангаре. Можно будет переоблачиться в костюмы сумо. До этого вас немножко разомнет мастер по айкидо, побросает, вас покидает. Буквально 10 минуточек. Дин, может ты? Не хочешь, нет? Дина как раз вот. Вчера был тест-драйв до этой активации. И после этого... После этого можно будет сразиться в больших сумейских костюмах. Как-то так это будет выглядеть. Сейчас Слава выйдет, мы ему об этом расскажем. А потихоньку, на самом деле, уже можно будет одеваться и переходить в ангар. А потом мы возвращаемся обратно, и у нас тут будет тоже интересные всякие штуки. Колесо желаний. Вот так вот я вам скажу. А что это? Пока не буду разжевывать. Бомба, честно говоря. Слав, ну выходи, хватит реветь. Слава! Ревет и ревет, успокоиться не может. Куда ты? Он пахнет тут яйцами. Потому что это яйцо. Это не твои. Это яйцо. Вон он выходит. Идет. Слава. Я за вас глазами заплакал. Слава. Закакал. Чат тебя поздравляет. Пару слов для чата. Они пишут поздравления. Бля, спасибо вам огромное, ребят. Честно. Это кавер, да? Это очень приятно. Это вообще нереальная поддержка. С самого начала причем. Сука, блядь, подожди! Ну, давай, хули собрался. О! Давай. Спасибо. Вспомнил про жесткость. Блядь. Вспомни сталь, железо. Это пиздец как мило, блядь. Я говорю, у меня, блядь, глаза потекли, как кисулечка, блядь, ёбаный рот, блядь. Пиздец, блядь. О, ебать. Лук режет. Хватит резать лук на кухне. Не ожидал я такой хуйни от себя, если честно. Неожиданно достаточно. Так, ладно. Сейчас. Мне еще как бы хотел кое-что сказать, но я сейчас понял, что если я начну говорить, я вообще, сука, блядь, протеку, как, блядь, да соседний давай экран, соседский, как блядь, сверху. Слава, у нас соседей нет внизу, давай. Дим, заплачь, что ты же умеешь. Да, давай. Фу, блядь, вот хотел сказать то, что вчера настроение такое очень хуевое было.
Прям, знаешь, я ехал, только грустно было. Знаешь, хотелось как «Властелин колец», помните, в начале фильма Кент вышел, типа кольцо надел и исчез. Ай. Ну, блядь, потом я к вам приехал. Сука, ёбаный рот. И понял, что нахуй это кольцо. Охуенные люди, блядь. От которых не хочется исчезать. Ну ладно, я сейчас тоже заплачу, Славочка, ну я тоже заплачу. Дина, Дина, держаться, держаться, Дина. Ой, Рок всегда плакал. Росгвардия плачет. Ну тут согласен. Да. Понятно. Дину обними. Да, нормально, нормально. Давай. И вот дальше иди. Там Финаргот, Каравай. Давай, вот, молодец. Все, молодец. Ну, мало ли. И Гена. Гена тоже. Слав, не ходи. Наушники, наушники. Да похуй, новые купим. Ну, тут согласен. Ну, это круто, что так неискренне было. Да, ребят, ну вы понимаете, да, что это все не наиграно. Это не курсы за 25к. И никто не режет лук. Никто не режет лук, да, потому что, ну, это все искренние эмоции. То, ради чего мы и делаем все это, то, ради чего вы смотрите, и то, что вы также испытываете. Поэтому это все благодаря вам, понятное дело, благодаря нам тоже, да, извините. Вот, Паша там тоже стоит. Паша тоже можно обнять, кстати. Вот, спасибо. Паш, спасибо. А, ты вот про это сказал, что, да, что я тебя про тебя забыл? Нет, ну я ладно. Не к этому. Ну ладно, но это вот. Тоже было приятно. Да, Слав, если сможешь, просто спасибо и переходим к дальшему. А я расскажу, что будет дальше. Да. Давай. Может быть, сейчас пока небольшую паузу, пока ты дышишь, я тебе расскажу. По поводу активности, которая нас сейчас ожидает, мы со Славой обсуждали еще там с ноября-декабря разные всякие штуки, шоу-матчи и так далее, что можно было бы сделать с точки зрения там каких-то контентных проектов на Твиче. Каждый раз, ну что, Слав, что думаешь, что можно было сделать? Он говорит, а можно, ну реально, все в надувных костюмах и дерутся. И каждый раз мы говорим, ну шоу-матч, КСГО, там, профессионалов позовем. Он говорит, ну а потом, чтобы они в надувных костюмах подрались, типа. Мы говорим, ладно, хорошо, давай вечерний бустер, типа, как будто вот такое шоу на телевидении, что там может происходить? Вот какие идеи? Он говорит, ну, может быть, в какой-то момент просто выбегают, в надувных костюмах все дерутся. Я понял, что это реально важная история. Поэтому именно сейчас, я уже просто заспойлерил все чатику, именно сейчас все желающие смогут встать, перейти в ангар, ну, одеться кстати, в надувные... чатика тоже приехать могут сейчас? Нет, из присутствующих. Одеться в надувные костюмы и сразиться в полноценное сумо. Перед этим мастер айкидо немножко поможет вас размять, так сказать, покидать, побросать на ковры и так далее. И это все будет в теплом ангаре. Сегодня, на удивление, вообще чуть ли не плюсовая. Нет? Минус 5. То есть вот у нас вообще приколы с погодой на протяжении стримхауса. То вот так, то вот так. Но мы уже к этому привыкли. Никакие приколы нас не остановят. Так что сейчас мы потихонечку начнем передвигаться туда. Как раз в воздух. Возможность будет продышаться, успокоиться и так далее, и перейти ко всем остальным штукам. А потом, Слав, я уже чат тоже сказал, тебя ожидает колесо желаний. Ты еще пока не знаешь, что это, но скоро узнаешь. Вот. Еще раз с днем рождения! Ура! Молодец, красава, все. Борода. Без бороды никуда. Все, чатик, расслабляемся по чуть-чуть, выдыхаем и переходим к следующей активности. Так, друзья, одевайтесь. Кто идет? Бля, я не Лёха, плакал, пойдем, нахуй, да? Года 4, наверное. Это полезно для нервной системы. Мне кажется, надо. Спасибо, Ром. Че, потерял? Не надо. Не знаю, но я застесняюсь, пиздец. И знаешь, из-за этого еще сложнее это скрывать, потому что, знаешь, то же самое, когда ты, вот, ну, ты боишься, что у тебя на массаже писька встанет, и она... И начинаешь об этом думать, она только больше встает, блядь. Это пиздец, блядь. Да, спасибо большое, да. Ты почему? Солнце! Ты что? Ребят, в чате, спасибо огромное. Эй, ну-ка. Намного больше слов не хватает. Писала про курьера из коробки, вот так орали.
Блять, я теперь боюсь своего дня рождения, блять, если так будет он каждый год проходить, хотя это круто было, конечно, я буду плакать, блять, это пиздец. Я реально, я столько лет не плакал.